Лифт – то самое средство передвижения, для управления которым не требуется получать водительские права. Но, тем не менее, как и в случае с автомобилем, нам не безразлично, в какой именно кабине мы будем преодолевать метры по вертикали. Сочетание прекрасного дизайна и высокой надежности – дело весьма и весьма непростое. Но в том случае, когда оно удается, поездка в лифте приносит настоящую радость. Именно так обстоит дело с новыми разработками специалистов Московского государственного унитарного предприятия «Мослифт». Лифт динамичен, плавность хода, плавность открывания и закрывания дверей, плавность остановки этого механизма. Отдельные конструктивные особенности, которые были реализованы на данной конструкции, это, собственно говоря, достижение в этой области всего мирового лифтостроения. Отсюда и получился такой конструктивный новый современный лифт. Может быть, именно потому, что предприятие имеет свой неповторимый стиль в создании и обслуживании лифтового хозяйства, с ним охотно сотрудничают иностранные партнеры. Одним из них является итальянская фирма Альберто Сасси. Главный привод этих лифтов выполнен на базе итальянских лебедок Альберто Сасси, которые, в общем-то, адаптированы к условиям, к установке в машинных помещениях, ну, любого размера буквально. Они легко трансформируются, и таким образом это тоже, безусловно, плюс системы этих лифтов. Уникальность нового лифта еще и в том, что его разработчики позаботились не только о пассажирах, но и о тех, кто будет средства вертикального передвижения монтировать. Позаботились потому, что с заменой отслуживших свое кабин на новые в Мослифте знакомы не понаслышке. При разработке был учтен тот момент, что эти лифты предназначены в том числе и для замены в домах сложившейся постройки, в условиях стесненной шахты, существующих шахт. Вот. И таким образом, что сборка щитов и купе-кабины происходит изнутри кабины, что, конечно, облегчает работу, делает ее, позволяет ее выполнять более быстрее. Лифт серии МЛП-0411 представляет собой как бы следующий этап разработок лифтов МЛ-2002. Двери кабины и шахты лифта двустворчатые, центрального открывания. Примененный в кабине лифта привод дверей делает работу дверей практически бесшумной. В приводе предусмотрены регулировки скоростей движения створок дверей и усиление сжатия створок при реверсе. Лифт МЛП-0621 является новой разработкой и предназначен в основном для замены лифтов ЛП-0621 в домах сложившейся застройки. Для реализации различных вариантов оформления кабины конструкция выполнена таким образом, что без каких-либо изменений отдельные детали купе могут быть окрашены порошковой краской различных оттенков или выполнены из нержавеющей стали различной отделки поверхности. В базовом варианте пол кабины выполнен из рифленого алюминия. Предусмотрена возможность замены алюминия на линолеум или стойкое каучуковое покрытие. Двери кабины и шахты лифта двустворчатые, телескопические, открывающиеся в одну сторону. Примененный в кабине лифта привод дверей делает работу дверей практически бесшумной. Частыми гостями в цехах лифтавтосервиса, производственной базе Мослифта, являются руководители префектур, управ, городских и районных служб жилищно-коммунального комплекса. И впечатления от новейшего оборудования и слаженной работы специалистов соединяются с впечатлением от уже готовой продукции. Там показали достаточно высокий уровень производства, ну даже можно сказать европейский уровень производства. Поэтому надеемся, что программа по капитальному ремонту домов с помощью Мослифта будет выполнена и достойные лифты будут стоять в наших жилых домах. В антивандальном отношении тоже исполнение хорошее. Хорошее исполнение в плане, значит, ну, техники безопасности, дизайна. То есть хороший показатель. Производственный уровень достаточно высокий. В принципе, с Мослифтом будете работать? Да, я думаю, что да. Вместе с ростом российских этажей растет и потребность в том оборудовании, которое эти самые этажи помогает преодолевать. И для того, чтобы современная техника работала долго и качественно, ее должны проектировать, создавать и обслуживать настоящие профессионалы. Такие, как создатели лифтов нового поколения МЛП-0411 и МЛП-0621.
Специалисты Мослифта сумели выстроить для лифтового хозяйства страны и в первую очередь для жителей новый маршрут, новую вертикаль. Вертикаль в завтрашний день.